Несколько тысяч школьников в преддверии Дня Победы провели масштабную акцию. Дети и их педагоги изготовили звезды памяти с именами своих родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Символы прикрепили к воздушным шарам и запустили в небо. Для этой акции дети скупили в городе практически все белые шарики. Некоторым достались только цветные. Это Иван Поляков, мой прадедушка. Воевал он в Варшаве. Дедушке. Матюшин Григорий Максимович. Где он воевал, знаешь? Он воевал в пехоте. В прошлом учебном году активисты школьного актива города предложили ввести свою добрую традицию для отрядов юных жуковцев. Несмотря на то, что в нашей школе нет такого объединения, но тем не менее мы эту традицию поддержали. И вот уже второй год, накануне 9 мая, именно 8 мая, мы все вместе выходим со своими именными звездами. Моя звезда посвящена моему деду Самигуллину Мухаммеду Мухаметовичу, который погиб в битве под Волгоградом.